эстафеты, волейбол и мастер-класс от сапраўдных бойцов. В оздоровленчем лагере «Купалинка», что в Маладзечинском районе, сегодня прошли спортивные споборництвы. Акцию «Чистое сердце» ладят в 4-й год. Дети споборничают за переможный кубок. Программа разностайная, кроме спартакиады, проводят выступления супрацовников МНС, милиции и кинологов. Юлия Токар протягнет тему. Яны з запалам перацягваюць канат, ахвотна спаборнічаюць у эстафетах і валейболе. Амаль 1500 юнакоў і дзяўчат Мінскай вобласці долучыліся да спартыўнай акцыі «Чыстае сэрца». 4-й год запар яе ладзіць у аздараўленчым лагеры непадалёку ад Маладзечна. Замест звыклага распарадку дня спаборніцтвы за пераможны кубак. Сярод арганізатараў каталіцкая епархія. Заўсёды мы маем такія две мэты. Першы гэта спорт, такі напрамак. Другі гэта культурны напрамак, творчасць. Конечно, все это оценивается. Дети команды обязательно отримовывают подарунки. Увогуле стараемся, как в этот час им было радостно провести, как они могли познакомиться. Этот праздник «Открытое сердце» в этом году проходит под эгидой «Культурный я, культурная страна». И причем в культуру мы понимаем, что это сюда входит и физическая культура, культура тела, потому что на самом деле необходимо укрепить тело как храм свой. Территорию лагеря поделили на несколько тематичных пляцовок. Тут можно было посидеть у милицейской патрульной машины и навод поспробовать себе у роли пожарного. Примерить теплоотбивальный костюм и каску. Рукопашный бой, акробатичные элементы продемонстрировали бойцы спецназу. За моей спиной мастер-класс от профессийных кинологов. Аучарки по команде переодолевают метровые плоты, импровизованные разбуренные мосты и оконные проемы. Ускладняют практикование пылающие факелы. Свайго 4-лапага крафта кінолог Дзяніс Гальмак дрэсіруе 2-й год. Ад элементарных каманд сядзець і побач да спецыяльных пошукавых аперацый. Трэніроўкі праходзяць у нас кожны дзень. Любімае яго, наверное, заняцце – это задержанне убегаючого. Любит покусаться. Удельники спортивной акции охотно сочили за действом на разных пляцовках. Подобные мероприемства выховывают духовно и умацовывают, оздоровляют физично. Кожный оздоровленчий лагерь имкнется подрыхтовать свою программу, корыстную и познавальную. Усяго ж у центральном регионе 65 мест летнего отпочинка для детей. Незабывные уражения от первой смены отрымают амаль 50 000 юнаку и девчат. Юлия Токарь, Дзяніс Гаціла, агентство «Теленавин».